За последние сутки на Колыме зарегистрировали 46 новых случаев COVID-19 и 2 смерти. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Магаданской области, за весь период выявили 5544 человека. Выздоровели 4631. Обследовано на наличие заболевания 104601 человек. Специалисты напоминают: обязательно надевайте средства индивидуальной защиты в общественных местах. Чаще мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиками. А при повышении температуры тела оставайтесь дома и вызывайте бригаду скорой помощи или врача из поликлиники.